С вами Евгения Саженцева, психолог-практик. Поговорим снова о нарциссах. Попытаюсь вам объяснить их нелогичный мир, чтобы было максимально понятно, хотя нарцисса до конца понять невозможно здоровому человеку. Нарцисс живет в своем грандиозном, выдуманном мире, где он идеальный, где только он прав. Когда нарцисс совершает косяк, то если вы укажете ему на ошибку, то его грандиозность становится под угрозой. Для него это невыносимое чувство. Он боится столкнуться с реальностью, где он хотя бы где-то ошибся. Виноваты будете вы в каждом его косяке. Он извернет ситуацию так, что вы будете виноваты в его ошибках. Точки диалога не будет. Будет точка конфликта. Даже если вы выстроите причинно-следственную связь, нарцисс взорвется гневом. Он будет обвинять вас в своем косяке. Вы никогда не найдете там конструктива. Вы никогда не сможете установить с таким человеком здоровый контакт. Еще раз, нарцисс живет в своем фантазийном мире, где он идеальный. И каждый его косяк будет перемещен на жертву. Она виновата во всем. Она теневая сторона его души. Тот, кто рядом, неважно, кто это будет, виноват всегда другой. Это очень сложные люди. С ними невозможно на самом деле общаться. Потому что вы, приходя в его фантазийный мир, ставите этот мир под угрозу. Если вы сами здесь, своей здоровой головой, двумя ногами в этой реальности. Его раздражают все факты, его раздражает логика, его бесит нормальность, его бесит, когда вы возвращаете его в реальность, когда вы говорите, как обстоят события, где он ошибся. У нарцисса есть стыд, но нет совести. И вот это ощущение стыда для него самое страшное. Он пытается его избежать. Иногда тем, что начинает делать из жертвы врага. Иногда тем, что просто сбегает. Но, понимаете, в его мире нет реальных людей. Есть какие-то скриншоты. Скриншоты врагов. Скриншоты друзей. И глубоких душевных отношений у него ни с кем нет. Он живет в фантазийном мире. Попытайтесь с нарциссом поговорить по фактам. У вас ничего не получится. Вы тут же будете во всем виноваты. Вам скажут, что именно по вашей причине нарцисс поступил с вами плохо. Потому что вы плохая. Даже если вы приведете ему 1000 аргументов, если установите причинно-следственную связь, вы все равно будете виноваты. Либо нарцисс взорвется, либо убежит от разговора. Нарциссы всегда убегают от ответственности. Нарциссы находятся не здесь. Нарциссы живут в своем мире. Оставьте их в своем мире и не трогайте. Потому что нам с ними не по пути. Спасибо.